разрешилось. У меня все хорошо. Есть честнейшие люди, которые... Ты вообще кто? Галера, откуда началась? Ты построил. Она потерялась еще, ходов. Да ты здесь назад. Ты построил, конечно.
Кого ты здесь, блядь, не пошел? А. Я бы сам бы это нажал. Чего? Ты думаешь, не справился бы? Конечно. Ты не догадался бы, куда нажать. А чем я считаю, что не видно. А Артемка уже ходов 50 мозги ебет там туда-сюда, ходит, блядь. Нихуя не происходит, только четверник своих этих лучников качает, блядь. На этих. Ну, быть наемником. Да мы просто. Пожалуйста, Александр, учитесь ходить. Здоровый образ жизни пришел. We'll be right back.
камни на моем пути, я их подбираю. Из них я построю замок. Интересно, этот пипилский инженер, он сможет, чтобы, например, мост построить? Thank you.
ебать, свои шестые, блядь. Да, пизда. Донателло, Леонардо, Микеланджо и Рафаэль. 2-4 торговца, которых Сансарович захватил. Бля, я вот так говорит, а ну вообще как-то. Конечно. Он опять в эти суки. Да это понятно. Это великий торговец. Это великие люди, они для этого и созданы. Они приезжают там в город, блядь, в этот Королёв. И захватывают, блядь, просто себя, блядь. Центр управления полетом. Ой, блядь. Астрономия кажется намного более Все, больше качаться не можем. Thank you.
Следующий ход будет пизда. Захватываем Вильнюс. День, когда мы перестанем исследовать... Такая армия, почему у тебя бабло идет, я не понимаю. Да. Захватываем Вильнюс! Может, с Вильнюсом мне, блядь, придет там, блядь, 500 голды в день. Как, блядь, сейчас мы получим все это, блядь. Вот ты там тыкаешь. Зачем ты там? Вот, мне же пальцы. Нехуй его проверять, блядь, таким опасным способом. Торговлю, блядь. Ебануться, веры, вот это, да.
кстати, это не такие города, что там, блядь, раньше, блядь, 1900-й город, блядь, непонятно. Здесь, блядь, хоть... Чё, не тяжелое поражение. Тяжелое. А, знаешь, я вот этих хуя, блядь, одним, блядь, выстрелом, блядь, на 100, блядь, захуярил. Кто читер? А зачем мне столько армий, блядь? У меня одни войска. Я их сейчас пушками сделаю, блядь, на следующем ходу. Я видать, что у тебя, блядь, как получше ситуация, блядь. Не, чё, чё смеет? Вперёд. Моя? Великий. Сразу, блядь, отправить, блядь, вот туда, чтобы она попала. Чё ты её в каждый ход просто не бьёшь? Какую, блядь, она что там тебе пробует, блядь? Давай видишь свой, блядь, качай лучники. Лучники у меня всё, максимально уровни, блядь. Сейчас мы их будем делать пушками. Зависит от того, оставить ли вы эту пропись. Я подумаю.
здесь лица и земли этот город со всеми районами и зданиями. Такой вариант можно использовать. Тот же вход, в котором город был оккупирован. Охраняй. Ой, смотри, о, значит, выведи, вот, сколько у них там урон? Сороковничек, ну, ну-кась. 60. Вот это да. Так, куда мы сейчас атакуем-то? Кого атакуем, блядь? Так. Бля, даже не знаю, блядь, создать. Это кто такая? Москва? Да, может, надо строить Москве, на. Так, ну что, куда отправляем? Кого там? Конечно. Надо, пойдем следовать сейчас. Это город-государство, да? Да, пароход надо. Пора. Один ход, надо. Ой, блядь, давай. Последний ход делай, и там пойдет. Ой, Вильнюс захватил. Это свои, блядь. Можешь его сувинку, и это все захватил. Я понял, надо строить армию. Хотя не надо, армия, это, блядь, не будет. Надо, блядь, самое главное, блядь, наука. Да на тело, блядь. Да на тело у тебя, гондон. Да не надо. Чё там? Там же написано, что нужно. Чё это написано? Он должен находиться в районе или на клетке с чудом света со свободной ячейкой, соответствующей левку. У тебя нету, понимаешь, чудо света. Ты ж чудо света не строишь, блядь. Тебе же ты скажешь, да, блядь. Вот тебе надо маяк посорный построить. Тогда ты сможешь построить туда, блядь, чудо света. Понадобилось 14 ходов. Ну, чё? Там, блядь, все разъебали, там. Написано.
счет 1-2, а может, блин, на 1-4. Нет, замолим, блин. Ну, сам. Блин, все, строительство уничтожено, блядь. Не вздумай на меня напасть. Блядь, ебанутый, мы посмотри, карту, блядь, открыли. Вот эту часть, вот эта вся карта не открыта. Там же, блядь, новые локации, там же, блядь, там просто известный след, там варварские города, блядь, добавили. Это сделано специально, чтобы у тебя города не были, блядь, раскинуты хуй настолько. Тут ты, блядь, строишь 8-10 городов и даже не видишь ни одну цивилизацию. Ну, это ты сделал. У тебя здесь все, блядь, напряженная игра, блядь, просто сбалансирована. У тебя, блядь, все. Ну, а карта там, да. Пора развлечь. Блять, сводил, блять, теперь ты их хочешь отсюда выводить, иди нахуй, Сань. Не еби мозг. Дам пизды, Сан. За это вот. Это очень долгая игра. Ну все, говорит тебе, блядь, нахуй пошел. Смотрите, я говорю. Каждому мужчине следует обучить сына полезному ремеслу. Thanks.
33 хода. Вперед! За родину! Суди ни о ком, пока ты не поработал его молотом в его кузнице. Четыре признака гуманизма – это любопытство. Прям на катапульку ставь ему, блядь.
и на твоей территории надо выходить. Нет. Автобус, давай, автобус, бери. Я вообще не понимаю, почему мне так мало бабла идет, блядь, пиздец, блядь. Знаешь, я вижу.